Однажды в немецком кабаке он услышал, как кто-то ругает русских. Дал тут же этому человеку в дыню. Индийская кухня, грузинская, дагестанская. Сейчас мы вас очень хитрым образом проведем туда и обратно. Вот, собственно, те куски лепнины, которые мы нашли в полу. Я их оставила специально, тоже их замуровала точно так же. Вот этот кусочек маленький. Офигенно! Ну вот так вот я не умею, давай. Ну-ка. Вы очень... Вау! Доброго дня всем, друзья мои. Тут написала мне журналистка с 5-го канала, говорит: Павел, а не сделайте нам экскурсию по пригожинским местам? Я говорю: нет. Но, возможно, с Ушенковым мы это сделаем, потому что он его лично знал. Ну, просто к тому, что если пойти туда и налево, там как раз будет одно из этих самых пригожинских мест. А вот здесь, если мы посмотрим вот на это замечательное здание, которое очень сильно видоизменилось, точнее, оно не сильно видоизменилось, а вот обстановка вокруг него очень сильно видоизменилась с тех пор. Асфальт более ровный и здесь, и здесь. Само оно приведено в более-менее приличное, привычное состояние. Но оно фигурирует в сериале «Бандитский Петербург», потому что, вуаля, давайте посмотрим, что здесь написано. Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга, города. Именно сюда вот привозят Серегина. Вы можете даже сравнить, как это выглядело тогда и как это выглядит сейчас. Вперед! Да кто вы? В чем дело? Почему задержали? Я журналист. Серегин. Иди, не нервируй меня. Ну и еще Серегин, он, конечно, отличался юмором за 300 и вставляет там пару замечательных фраз, ну и там дальше любовная линия с красивой прокуроршей и так далее. Ну, знаете, сотрудник солидной газеты ведет себя как мальчишка. Тяжелое детство, деревянные игрушки. А мы с вами, ну, для начала пройдемся через Василеостровский рынок, который сейчас стал фудкортом, таким местом притяжения для не только всего острова, но и, в принципе, города. У нас сейчас в каждом районе по фудкорту открывается, на Петроградке, значит, на набережной Обводного канала, в здании бывшего вокзала Варшавского, ну и вот здесь. Мы сегодня будем говорить про архитектора Леонти Бенуа, мы сегодня будем говорить про архитектора Гарольда Боссе, мы сегодня будем говорить про архитектора Карла Шмидта, мы сегодня будем говорить про Таню Савичева, про мозаичиста Ивана Фролова, который имеет отношение к Леонти Бенуа. В общем, достаточно эклектичная у нас сегодня будет экскурсия, и если таки эта прекрасная женщина отзвонится и скажет, что она приехала, мы даже попадем в дом Штрауса, построенный по проекту Виктора Шрётера, в квартиру, где, возможно, сохранился шкаф, который я делал вот этими руками. Да, то есть ждет вас масса всего интересного. Сразу хочу сказать, что те душнилы, которые могут написать, как можно в таком виде рассказывать про блокаду, допустим, ну, поскольку речь пойдет про Таню Савичеву. Я хочу сказать, что я сам внук блокадницы, и моя бабушка Шура вот таких людей, конечно, бы вертела бы на одном месте, потому что она всегда мне говорила, что вот это все, что происходило, это ради того, чтобы мы жили, веселились. И вообще она, например, просила, чтобы мы не плакали на ее могиле и вообще после ее смерти, чтобы мы продолжали жить. Поэтому не столь важно, как ты выглядишь, а гораздо важнее, что ты говоришь и вообще какие поступки ты совершаешь. Спасибо, Кэп, как говорится, за все хорошее. Итак, мы погружаемся в атмосферу буржуазного пиршества. Когда-то какой-нибудь молодой анархист мог прийти сюда и бросить бомбу. Да, у нас сегодня, кстати, тест. Мы тестируем нового оператора, который обычно находится по эту сторону. Но сегодня мы поставили по ту сторону, потому что Ирина Гитшляпи находится в солнечной Армении, и вот пришлось ее заменить разок.
пробка. А ты пробовала просто ее ровно поставить? Смотри, оба, magic. На любой вкус и цвет. Индийская кухня, грузинская, дагестанская, спешлти кофейни, пирожные, в которые явно подсыпают наркотические вещества, потому что они нереально вкусные. Давай выйдем там. Супер люкс бутерброд. Всего за 590 рублей. И вуаля, друзья мои. И в конце, наконец, кусок именно рынка. Этого. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, здравствуйте. Это высокая личность. Да, да, Павел, ну что ж. Вы супер. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. Вас всегда смотрим и да. Были на ваших. А вы сегодня проводите тоже здесь? Не, ну мы здесь так просто прошли, мы идем. Там, кстати, сегодня был на сельской набережной армянские вина. Очень интересно. Да очень вы что? Горячие армяне, да. Сегодня нас порадовали. Привет Сереге и Роляну. До свидания. Да. Ну что, вы погрузились в эту атмосферу тотального жрача, очень вкусного, кстати. Почему мы вышли здесь? Потому что, ну, во-первых, вот Иероним Китнер, построивший вот эти вот павильоны на Сенной площади, это как раз правая рука, ну, то есть очень большой друг и соратник Виктора Шрёдера, по которому я буду говорить. Это Спас на Сенной, который снесен, ныне тут стоит станция метро Сенная, а вот это здание Кардигарди, где Федор Михайлович. Два дня сидел, и там сейчас находится у нас туристический центр, там я получал городскую аккредитацию, сдавал экзамен. Это у нас площадь Тургенева, да, вот церковь, описанная в поэме Пушкина. Вот примерно на этом месте раньше располагались деревянные дома, и один из них был дом Буташевича Петрашевского, куда Федор Михайлович ходил. А это как раз непосредственно то, что стояло раньше рядом с церковью Андреевской, мы сейчас увидим наискось. Вот этот павильон сейчас отсутствует. Видите, обувь и галоши. Крайне важный атрибут галоши, потому что без галош ты нехорош. Вот этот вот дом очень важен в контексте нашего повествования, потому что это Невский проспект, это пассаж. А вот это здание построено по проекту Леонти Бенуа. Обратите внимание, что вот здесь у нас, вот сейчас это просто черные плашки. А тогда, видите, здесь реклама. Бенуа Леонти первый задумался о том, как бы кодифицировать дизайн. И он в своем проекте включил вот эти вот пространства специально под рекламу. Потому что на обычно, вот видите, лепили кто куда гораст. Бенуа первым, кто это все дело регламентировал. Интересно, что сейчас эти плашки стоят пустые. Ну и я об этом, естественно, пишу в своем путеводителе «Невский с персом», потому что на Невском проспекте про Бенуа речь заходит не единожды. Во-первых, у него есть его дом, построенный на углу с Морской улицей. Ну и плюс мы с вами еще будем говорить о том, что он участвовал в разработке плана по реконструкции города Петербурга еще до революционного. Там вместе с инженером Янакиевым они планировали засыпать, например, канал Грибоедова и Крюков-канал. Канал Грибоедова должен был стать проспектом Александра II, Крюков-канал – проспектом Николая II. И там должны были даже стать памятники этим императорам. Ну а мы с вами вот сейчас погружаемся в такую относительно искусствоведческую среду, потому что
Здесь, на этой линии, проживал небезызвестный вам художник Шишкин, который, вот скажи слово «Шишкин», и у вас, как у собак Павлова, должен быть сразу же ответный рефлекс. Вы скажете «Шишкин» в рифму «Мишки». Действительно, вот эта картина с мишками, она была растиражирована в Советском Союзе, попала на обертку конфет. Это была не новая, на самом деле, технология. Еще до революции и Эйнем, и Борман, они, и Абрикосов, они использовали этот прием рекламно-маркетинговый, размещая всевозможные иллюстрации на своих обертках. Ну, в Советском Союзе сначала от проклятых царских технологий отказались, а потом опять к ним вернулись. Есть мнение о том, что Шишкин не писал этих мишек, что они принадлежат Константину Савицкому. И действительно, Константин Савицкий, он получил четверть гонорара за эту картину. Но Павел Михайлович Третьяков, когда ее купил, он распорядился замазать фамилию Савицкого на этой картине. И недавние исследования работников Третьяковской галереи, которые произвели анализ техники самого Шишкина, они сравнили множественные эскизы, которые сохранились, и постановили с картиной, и постановили, что нет, эта картина написана одной рукой, рукой одного мастера, Савицкий тут ни при чем. Возможно, Савицкий подсказал Шишкину идею. Ну, не зря же он ему четверть гонорара отвалил. А надо сказать, что Павел Михайлович Третьяков очень неплохие деньги платил вообще. Не только передвижникам, а вообще всем художникам, которых он одаривал своим благополучием. Сейчас мы с вами будем скакать через улицу, потому что вот на той стороне перед нами предстает особняк, построенный по проекту Карла Шмидта. И я специально для вас затарился сегодня рядом книжечек, которые я буду периодически доставать. Вот я достал одну из них. Она выглядит вот так. «Петербург немецких архитекторов». Здесь, кстати, написано еще про одного немецкого архитектора Гарольда Боссе, про которого мы будем говорить. Я почему ее взял? Потому что здесь есть очень характерный пассаж про этого архитектора. Вот давайте мы рассмотрим этот дом. Ну, как рассмотрим, хотя бы примерно, да? Что нам бросается в глаза? Фактура кирпича явно не русского, потому что такой кирпич тянули из Европы. И вот в рассказе про Шрётера я об этом заикнусь. Цветочные мотивы, асимметрия. Цветочные мотивы на решетке. Все такое плавучее, тягучее. Дальше обращайте на себя внимание вот эти вставки гранитные. И обратите внимание, мне очень нравятся вот эти вот углы. Вот здесь они такие выпуклые. Но вот если там мы пойдем посмотрим, такое ощущение, что это нос майора Ковалева. Вот у нас есть памятник на Вознесенском проспекте, который перекочевал сюда. Я просто тащусь вот от этих вот. Ну, как бы Шмидт, он же на самом деле, конечно, подразумевал, что это какие-то тоже такие тягучие, цветочные и прочие элементы, но это же выглядит явно как носяра. Давайте его высморкаем. Возможно, фиалки и розы оттуда посыпятся, да? То есть это явный признак модерна. И если мы откроем эту книжку, то мы здесь прочитаем, что особняк и контора П.П. Форостовского, то есть это была, кстати, нормальная история, когда люди строили особняки, и в них же открывали конторы тех предприятий, которыми они заведовали или которыми они руководили. Едва ли не самый ранний законченный образец модерна в застройке исторического центра Петербурга. То есть вот по мнению авторов этой книги, перед нами, ну вот как сказать, когда ты не знаешь точно, первый это или нет, образчик модерна. Надо сказать, едва ли не самый первый. Если приглядеться, мы можем даже там увидеть витражи, сохранившиеся, мама дорогая. Но вообще, если сейчас все будет хорошо, открою вам страшную тайну, возможно, у нас будет возможность, учитесь элоквенции у гида Павла Перца, попадать в довольно редкие места. Пластичность и живописность композиции усилены за счет заглубнения основной части здания. Вот, видите? То есть это заглубление усиливает пластичность.
То есть, когда вы не знаете, как вот сказать, вот, пожалуйста, мы усилили пластичность. Основной части здания и выделение асимметричного ризолита акцентировано угловой граненой башней. Ризолит, акцентированный угловой башней, это вот это вот у нас за спиной. Добро пожаловать в кружок начинающих искусствоведов. Видите? Аналогичный прием позднее применил Александр Иванович фон Гоген в особняке Кшесинской. Фасад особняка Фаро-Ростовского пронизан сложным движением кривых линий. Выразительное сочетание блоков гранита и облицовочного кирпича, привезенного из Германии. А, кстати, я был прав. Реально из Германии. Ну, Шмидт на самом деле много чего построил. Для нас же, конечно, очень важен вот этот дом. Перекопной переулок, потому что вот там находился клуб «Молоко». А сейчас чего там только нет. Шмидт построил, например, вот это вот здание. Вы знаете, что это такое? Да-да, это особняк Фаберже, о котором я как-нибудь расскажу, когда мы будем гулять по морским улицам. То есть это очень востребованный, очень, ну, выражаясь в высоком стиле, очень понтовый архитектор. Ну и... это уже Шоне пошел. Да, про него мы и рассказывать не будем. Да. Но более ранний особняк предстает нам вот с этой стороны. И он построен по проекту Гарольда Босса, про которого здесь тоже есть статья. Настоящее второе имя у него было Юлий. Да. Вот мы посмотрим довольно, ну, такой выдержанный фасад с итальянскими мотивами. Вот эти окна характерные, полукружие, забранные в квадрат, намек на бромантовые окна. По поводу вот этих бюстов обычно всегда думали, что это кто-то из членов семьи непосредственно Гарольда Босса. И если мы посмотрим на этот фасад, вернись, я все прощу. Мне нужна твоя одежда. Мне нужен твой рюкзак. Зачем мне мой рюкзак? Да. Доставим другую книжку. Ну, я ее уже показывал. Нашего искусствоведа Пунина. Очень интересный пассаж. Во-первых, вот здесь начинается. Смотрите. Сейчас. Где он? Гарольд Андреевич Боссе принадлежал к числу наиболее выдающихся русских зодчих середины 19 века. То есть, на самом деле, они все трактовались как русскими, потому что, ну, во-первых, важно не столько трансцендентальность, сколько вероисповедание, а во-вторых, в Советском Союзе это все считалось, вот, и в Российской империи они причислялись к русским зодчим. Так вот, чем это все интересно? Надо показать вот эту картинку. Смотрите, вот это план участка, то есть там позади сад, здесь даже мебель обозначена. Это один из первых примеров вообще в гражданской архитектуре с асимметричным планом, потому что в классике же как нужно, слева-право все одинаково. И здесь об этом наверняка сказано. У стены стоял рояль, спасибо, Кэп. Нам это очень важно знать, где стоял. Одно из наиболее главных фасадов. В плане дома нет ни одной оси симметрии. Его объемы прихотливые и свободные соединяются друг с другом, образуя сложную живописно-объемно-пространственную композицию, которая скрывается перед зрителем, когда он входит внутрь здания. Порадуемся за того зрителя, который войдет внутрь здания. Но это пока не мы. Но, возможно, мы когда-нибудь им станем. Анализ плана дома Босса показывает, что и в функциональном, и в художественном отношении планировка была продумана исключительно тщательно. Принцип анфиладности сохранился в нанизывании дверных проемов на одну ось. Короче, где-то тут было сказано, что это чуть ли не прообраз конструктивизма. Вот, в построении плана особняка Босса исходил из принципа функциональной целесообразности, стремясь создать удобную, комфортабельную планировку. В планировке особняка Босса с редкой для середины 19 века последовательностью воплотился тот рациональный функционалистический подход к решению архитектурных задач, который позднее на рубеже 19-20 веков получил широкое название архитектуры модерна, а затем в 20-х стал основополагающим принципом функционализма.
Вуаля, вот вы прикиньте, короче, вот это отсюда растут ноги у нашего, ну, отчасти, у нашего советского, простите, конструктивизма. Ну, а мы будем продолжать рассказывать вам про художника Ивана Шишкина. Почему? А вот поэтому. Вот видите, дом, и здесь Memorial Plaque. С 1882 год по 1898 год жил и работал выдающийся русский художник Иван Иванович Шишкин. Друзья мои, мы выяснили, что там была нажата кнопочка, и камерка не так двигалась, и поэтому человек был наказан, ему был вынесен репримант. Вот, теперь мы видим эту мемориальную доску, и она сказала, что она башню не сняла. Ну что ж поделать, придется вам ее подставить. Придется мне, монтажной программе, Adobe Premiere, которую так ненавидят те, кто делает это Final Cut, и в DaVinci самому это делать. Ой, Васенька ползет. Ну, я так называю жучков. У меня дома живут жучки, я их называю Васенькой. И говорю, что они пугают так некоторых добрых фей, говорю, что они заползают в некоторые места. Из-за чего те испытывают массу приятных минут. Иван Шишкин, он из города Елабуги, на самом деле. Он был сыном купца, он приехал в Петербург и дал себе, соответственно, обещание возвратиться в родной дом, если не получит золотую медаль. И он ее получил, он отучился, выиграл пансионерскую поездку, так тогда это называлось, сейчас бы мы это назвали там грантом. Она выдавалась тем, кто хорошо учился в Академии художеств. Поехал в Германию, в Швейцарию. В Германии, вот, не зря говорит немец квадратная голова. Он говорил, что немецкий пейзаж, он до отвратительности там выхолощен и расчищен. Однажды в немецком кабаке он услышал, как кто-то ругает русских. Дал тут же этому человеку в дыню, взял железный прут, свернул его кольцом, показав свою силищу природную, но был оправдан местным судом, то есть мог постоять за себя и за Русь-матушку уже там. Вот, посмотрите, красивейший дом 13-14 года постройки с неимоверным намеком на итальянскую палаццо. То есть заказчик сказал «хочу». Вот так. Лёвики. Карниз мощнейший, сдвоенные колонны. Самое главное, руст. Я сколько не вожусь в экскурсию, постоянно забываю фамилию этого архитектора, а фамилия его Фомичёв. Но я, честно говоря, просто кроме этого дома нигде её больше не встречал. Но что характерно, что здесь, во-первых, есть кессонированный свод в арке, то есть люди потратились даже на этот элемент, потому что нужно было же сдавать квартиры задорого. А чтобы их сдавать задорого, вот делалось вот такое. Вы проникаете в Италию. Вот мы сейчас с вами во Флоренции или Венеции. И здесь надо петь «Бонасеро, синьорита, бонасеро». И более того, во дворе, если мы сейчас сюда подойдем и развернемся, здесь вот даже они сделали такой эркер, что для двора вообще не характерно. Во дворах эркеры, как правило, не делают для увеличения освещенности. И у нас здесь есть тетенька и дяденька. Ну, если по тетеньке мы можем только догадываться, кто она, то по дяденьке я всегда задаю вопрос своим экскурсантам и спрашиваю, кто это такой. Ну и некоторые присматриваются и угадывают, что это у нас, обратите внимание. А давайте мы вам зададим вопрос. Значит, вот что у него там изображено? Там, может быть, шкура какая-нибудь? Может быть, даже видна голова определенного зверя? Ну-ка, напишите мне, это намек на кого? Поэтому не только у нас в кариатидах атланты держат небо, но и такие бравые парни. На ваше счастье, здесь закончился ремонт одного флигелька, который я вам покажу, но не сейчас, а попозже. Вот, и он, на самом деле, попросился досрочно, вы прикиньте, досрочно вернуться на родину.
То есть ему настолько эта Европа оста... Как это по-русски говорится, надоело, да? Вот приехал, написал здесь мачтовый лес Вятской области. Ну и вообще у него все хорошо. Он женился, у него дети. И вот я вам сейчас подставлю картину, очень характерную, да? Шишкинскую, которую он писал в момент величайшей депрессии, потому что у него умер отец, у него умерла жена, у него умерло двое детей. Естественно, он запил, но вот родная Елабуга вернула ему силы, он начал опять работать. И вот, казалось бы, судьба должна сжалиться над человеком, да, он пережил такое горе семейное, но нет, забегая вперед, он уже, когда был мэтром, может быть, парни, станцуйте нам что-нибудь, а? Ну вот так вот я не умею, давай. Ну-ка. Вау! Охренеть! Слушай, ну вообще, братан. Спасибо. Молодец, супер, да. Я так не умею. Да? Я вообще всегда вы снимаете. А у нас секта по поеданию детей. Хочешь, тебя съедим? Давайте, съешь. А я стану популярным. Съешьте Петю. А чем такое, чем тебе Петя не угодил? Петя сломал мое мороженое. Сломал? Ну, господи, ну ты же его съешь на самом деле. Да. Может быть... Все, теперь тебя надо съесть. Может быть, Петя твой будущий муж? Он младший. Ты это будешь выкидывать? Да. Господи, вот дети, а. Вот я бы в 90-х это все сожрал бы, да? Это я сегодня рассказывал, у нас была экскурсия здесь только в ту сторону по Ваське, где, ну, рассказывал про там-там, про все эти дела, и, конечно, вот видите, упало мороженое. Вы же знаете правила, сколько там, 2, 5, 3 секунд, да? Бактерии не действуют в этот момент. Короче, когда он уже был мэтром, он женился на своей ученице, она родила ему дочь, и она тоже умерла, то есть оставив ему дочку, прикиньте. Про Шишкина мы продолжим, ну, к сожалению, придется так немножко скакать, потому что мы с вами заходим во двор дома Леонтия Бенуа. Это его личный доходный дом, и квартира его изначально тянулась вокруг всего двора. То есть, если мы посмотрим вот туда наверх, то мы увидим с вами большое окно, это его мастерская была. То есть вот эта вся территория, это была его квартира. Сразу хочу сказать, что там сейчас функционирует уникальнейший музей. Это жилая квартира, ну, она не вся вот она, да, часть, то, что сохранилось. И, по-моему, праправнучка, да, Бенуа проводит там экскурсию. Но будьте готовы, что если вы туда придете, то на полтора часа минимум, а то и больше, очень такая плотная информация про всю семью. Плюс в конце вам что-нибудь там сыграют на клавесине или еще на чем-нибудь. Ну, в общем, такое, знаете, испытание для вашей внимательности. Но очень уникальная возможность побывать в квартире, которая сохранилась еще с тех дореволюционных дворянских времен. Потому что у нас, конечно, ну, после 17-го года какие-то там в баню дворяне и так далее. Давайте, во-первых, мы посмотрим на сам этот дом. Вот. Это что, Наденька, что ли, нам звонит? Да. Алло. Да. Да хорошо, мы все равно снимаем, не торопись. И мы закончим, я тебе позвоню. Все, не торопись, давай. Давай, угу. давай, хорошо. Надежда Константиновна Морозова, моя любимая история. Ну, мы с вами уже, теперь мы точно попадем в дом Штрауса Виктора Шрётера. Она жила за углом от Академии художеств и от филфака. Окончила она и то, и другое. Она никогда не приходила вовремя никуда. И она со смехом рассказывала, что когда я спрашивал, Наденька, где же вы так далеко живете? Она говорит, где я могу жить, как за углом. И мы сегодня договорились с ней. Я забыл про это совершенно. Я говорю, ну, приезжай к 6. И она мне пишет, Павлик, я опаздываю.
Ну, естественно. Но все нормально. Возвращаемся к нашим баранам. Ну, как баранам? Это фигура речи, понятное дело. Да, к нашим гениям. Во-первых, герб дома Бенуа здесь присутствует вот там. На голубом фоне, где желтым выделены королевские лилии. Там на самом гербе тоже лилии, но я подставлю, если что. И капитель колонны – это намек на, соответственно, деятельность главы конкретно этого семейства. Дальше. Обратите внимание вот на эти кирпичные вставки. Это неспроста. Вот я специально запарюсь и подставлю вам отрывок из своей экскурсии по Парижу. Я всегда говорю, что если бы мы сейчас смогли оказаться на стрелке острова Сите, то я бы вам показал два дома еще 16 века. Там перед ними стоит памятник Генриху IV. Это отсылка к французскому ренессансу. Потому что, вот перекидывая мостик Виктору Шрётеру, вот, кстати, да, там есть потрясающий пример, как нас нахлобучку одну сделали. Дело в том, что кирпич не котировался. Он считался не очень хорошим материалом. То есть из кирпича что можно построить? Но я об этом миллион раз говорил, уж извините, иногда буду повторяться. Баню, тюрьму, завод, фабрику, склад какой-то. Вот это из кирпича нормально. Дом. Нужно вот обязательно, видите, штукатуркой покрыть. Потому что если ты не покрыл штукатуркой, ты нищеброд. И вот кирпичный стиль конкретно проповедовался во второй половине 19 века Китнером и Шрётером в первую очередь. Но во Франции еще в позднее Средневековье уже начали делать такие дома, да, вот с этими с кирпичными такими вставками. И это прямой намек на отсылку к французскому ренессансу. Точно так же, как он сделал, но он и еще два его брата. Вот посмотрите, прекрасный, красивейший дом, а сверху какая неземная. И особенно мне нравится всегда в таких историях, это же богатейший доходный дом. Там Путти держит в руках кадуцей, символ бога Гермеса или Меркурия, то есть символ торговли и бабла. Но здесь у нас имеется и советский знак, то есть вот эта помесь французского с нижегородским, конкретно советского с капиталистическим, она меня все время умиляет. Богатая, какая, видите, дверь. На удивление, малым слоем краски покрыта. То есть еще, если постараться, ее можно отциклевать будет. Ну, пойдем туда. Вот отсюда как раз очень хорошо просматривается дом Бенуа. Он на тот момент уже был достаточно известный. Ну, у нас в городе есть такие, во-первых, топоним. Корпус Бенуа – это корпус Русского музея на Екатерининском канале, ныне канале Грибоедова. Бенуа, кстати, участвовал в конкурсе на постройку «Спаса на крови», который там стоит рядом, но выиграл Парлунд. И есть еще у нас в Эрмитаже картина Мадонны Бенуа, которая раньше как раз располагалась вот в этом доме, потому что она, Бенуа, досталась вместе с наследством его жены. Там были разные версии, как она попала к ним. Ну и они, прежде чем ее запродать за 150 тысяч рублей императорской семье, пойдем сюда направо, они ее отправили на атрибуцию в Англию. И вот есть прекрасная цитата, которую вы можете даже в Википедии прочитать, про то, как там искусствовед описал морщинистый какой-то лоб, миопические, значит, черты этого толстого какого-то пухляка этого ребенка, но тем не менее ему пришлось признать, что это ужасная старуха, есть работа кисти действительно да Винчи. Поэтому у нас вот есть два атрибутированных да Винчи, и одна из них называется Мадонна Бенуа. Посмотрите, как красиво, когда нормально привели стены, ну, убрать, конечно, вот эту всю трихомудию бы, но это, конечно, не для Петербурга. То есть изначально, когда эти дома строили, они выглядели вот так, да, даже флигели, даже дворы. Но потом они приходили в ничто. 150 тысяч рублей, кстати, хочу сказать, это примерно как 150 миллионов рублей сейчас. То есть вы прикиньте, да, за какую сумму они продали. Ну и у Бенуа есть масса построек и на морских улицах, да, про Невский проспект можете моим путеводители почитать. Вот этот вот мне нравится очень флигелек, его как раз тоже недавно привели в порядок. Посмотрите, какие окна. Здесь лестница с квартиры, то есть здесь люди живут с деревянной вот этой вставкой.
Но при этом, если мы посмотрим внимательно вот сюда, допустим, да, то мы увидим, тут мне сказали, что по-умному это называется подстав, петлю. То есть это бывший конюшенный сарай, вот она вот здесь тоже видна. Ну или какой-то подсобный сарай. А как вот эти вот дверки? А? Это же прелесть. Замечательно. И вот тут мы можем вынырнуть вот так вот в арку. А можем вот там пройти. А можем вот здесь вот вынырнуть. А можем там пройти. Что же делать? Как же лучше? Как же быть? Ну, предлагаю здесь пройти. Вуаля. Один из главных, ну, мне это вообще не принципиально, одно из главных заблуждений считается, что вот это самая узкая улица Петербурга. Ну вот мы сегодня гуляли в район Там-Тама, я показывал улицу, которая уже этой, но на самом деле у нас есть в районе улицы Восстания, мы там, кстати, гуляли, я просто не отметил этот момент, Метавский переулок, он уже еще и этой улицы. Улица Репина, к сожалению, вошла в историю нашего города в блокадный период, не самой, так сказать, радостной страницей. У нас было несколько таких мест. Одно из главных было в Александровском саду. Вот, также мне одна из зрительниц рассказывала про египетский дом на Захаревской. В общем, здесь складывали трупы зимой 41-42 годов, потому что уже до кладбища было не дойти. Ну и потом, чтобы зимой похоронить, ну, понимаете, я вот недавно водил экскурсию, у меня есть маршрут, я его не снимал, но когда-нибудь сниму, да, «Тайна могилы декабристов», и там мы финишируем на кладбище, там братские могилы, а также там есть, кстати, о птичках, могила непосредственно и Фролова, и, самое главное, Ивана Билибина, который умер в Академии художеств. Еще несколько профессоров, там Мунц и еще ряд фамилий. Вот. Ну и, соответственно, чтобы не везти, вот их вот здесь вот оставляли. А по весне, когда уже можно было, их свозили, например, маму Тани Савичевой, как раз повезли туда, на кладбище. Там за Смоленкой был перекинут мост. И, ну вот, мать подруги Тани Савичевой, это соседка этажом выше, она оставляла свои воспоминания и писала, что когда они зашли в ангар, наполненный трупами, раздался жуткий стон. Это у одного из мертвых выходил воздух из легких. Вот такая, да, подробность. Не самая приятная, но из песни слова не выкинешь. Вот. А сюда. Сейчас мы вас очень хитрым образом проведем туда и обратно. Ну, опять-таки, вот к вопросу о войне Великой Отечественной, да, идет ремонт, в данном случае кровли. Вот видите досочки, да, то есть огромное количество деревянных перегородок и, самое главное, деревянные крыши все под жестью. Поэтому дома эти горели прекрасным образом. И сейчас мы с вами нырнем на первую кадетскую линию. Follow me. Здравствуй, дух подземный. Шо? Обкекалась? О, божечки-кошечки, мы вышли к особняку Брилова, который восстанавливается, и один прекрасный человек, большой ему привет, говорит, что уже в 2024 году здесь откроется экспозиция, ну и общественное пространство. Возможно, ваш покорный слуга даже приложит руку к формированию исторической композиции, потому что здесь изначально был самый первый музей города Петербурга, который
ну, изначально это дом Брилова, вообще, когда Павел Юрьевич Сизур здесь жил, он устроил здесь музей, он был одним из инициаторов вообще сбора артефактов, посвященных истории Петербурга. И у меня есть проходка, где я в таком золотом цилиндре, в золотом костюме, там гуляю непосредственно по этому особняку. Кому интересно, можете посмотреть. Я оставлю ссылку, если не забуду, конечно же, что со мной периодически случается, в описании под этим выпуском. Ну, а здесь начинается вот эта вот нумерация. Тут кадетская линия, потому что там морской кадетский корпус располагается. Первая и так далее. Вторая, третья. То есть, обратите внимание, это же вот изначальная сетка улиц, как ее задумывал Петр I. Здесь были прорыты каналы. Он хотел здесь сделать новый Амстердам. Мы идем сюда. И Васильевский остров у нас выглядит как Манхэттен. Это не норма, чтобы у нас такое... Вот раньше, вот в ту эпоху, когда, например, я ходил к Наденьке делать шкаф, можно было вот так пройти вообще везде, между первой линией улицы Репина, и здесь, и за Средним проспектом. Сейчас, за большим, извините, сейчас это все перегородили. И, увы, ах, ну вот наши любимые петли, да, то есть, посмотрите. Сейчас там подвальчик, который потому-то и сделан, что было большое подсобное помещение. Вот. У Бенуа очень тесные же связи еще с другой фамилией. Он, его отец, Николай Бенуа, который построил прекрасные конюшни в Петергофе. Ну, еще масса у него замечательных зданий. Альберт Катаринович Кавас – это архитектор, который построил на Сморинский дворец, который потом, кстати, перестраивал Виктор Шрётер. На его дочери был женат Николай Бенуа. Ой, пойдем с нашими пусечками пообщаемся. Как я обожаю их, зайник моих. Добро пожаловать в культурную столицу. И сейчас мы будем коммуницировать с местным контингентом. Oui, je vous en prie, monsieur. Comment allez-vous? Деньги? Конечно. Главное, чтобы дели не давали. Да, здорово, здорово, здорово. А позже фильм «Стиляги» смотрел уже, да? «Стиляги»? Ну, слушай, нет, «Стиляги» — это 50-е годы. Здесь все-таки немножко... Нет, фильм «Стиляги». Фильм, да, фильм смотрел, да. Ну, это понятно. Ну, ладно. Вы здесь живете, да? Да. О, прикольно. Не? Не? Я в Москве. А, в Москве. А что здесь делаешь? В гости приехал. В гробу привезли. А, в гробу привезли. Ну, главное, чтобы не увезли обратно в нем. Ладно, удачи. Ну вот. Мы начали, мы на позитиве. И сейчас мы опять пройдем через эту арочку, только уже вот здесь, смотрите. Вот какая прекрасная картина, а. Это же Санкт-Петербург. Almighty. То есть это вот... Если бы Макдональдс не заимствовал этот слоган «I'm loving it», можно было бы сказать вот про данную локацию. Ну и поскольку семья имела французские корни, то у Бенуа была кличка, отсылавшая к одному из французских императоров. Дело в том, что его же вообще-то звали Людовик, Луи. Привет, привет. Привет, привет. И во Франции был такой Луи Ле Гро, Людовик Толстый, еще в средние века. Ну, отсюда слово «гросс», да? Ну, и у Бенуа была кличка в семье Гро-Гро. И его дочь вышла, дочь Леонтия, вышла замуж как раз за
мозаичиста Фролова. И именно поэтому, когда его выперли из его мастерской на Большом проспекте, о чем я рассказывал во время экскурсии «Место казни», слушайте, я уже реально потихонечку опутываю своими маршрутами весь город. Смотрите, как дверь в никуда. То есть ты ее, может быть, и захочешь открыть, но не получится. Он поселился как раз в этом доме, в их квартире, и ходил пешком в мастерскую, располагавшуюся, ну и до сих пор располагающуюся во дворе Академии художеств. Вот я очень люблю показывать вот эту вот историю. Ну, то есть, казалось бы, это намек на что-то, на самом деле не намек ни на что. Это просто очередной контрфорс, который они сделали в таком виде, такой домик-не домик. А вот здесь тоже еще один домик-не домик. I'm Crocodiler. Что это подразумевает? То есть это бабки, на которые смотрит кто-то там из этой избы. У избы это явно намек на какие-то кости. В общем, концепт очень тонкий. А здесь у нас, смотрите, помесь Малевича и это... мультипликации из стиля «Остров сокровищ». Вот, и Бенуа не уехал из Советского Союза, он здесь остался, но одна из его дочерей, она эмигрировала, вышла замуж в Англии, и у нее родился сын, который потом стал известен как Питер Устинов. То есть он тоже имеет отношение к семейству Бенуа. Ну и, конечно же, очень, я об этом рассказывал уже в одном выпуске, вот эти проекты прорубки, например, дублера Невского проспекта, да, проекты прокладки новой магистрали от Балтийского вокзала, ими разработанные. На Михайловской площади должен был, кстати, стоять не памятник не Пушкину, которого Никушин поставил уже в 50-х годах 20 века, а Александру II. Это все тоже были их истории. Вот здесь история, которую я уже узнал от одного из экскурсантов. Оказывается, вы прикиньте, значит, вот эту часть асфальта отстояли местные жители. Потому что это какой-то исторический асфальт, еще советский, там, старый-старый-старый. То есть, вот они прокладывали эти диабазовые плиты, и вот здесь специальный кусок оставили. Вообще, это должно было продолжаться аж до Большого проспекта. Это вот ко мне приходил человек на экскурсию, рассказал такую удивительную историю. Вот век живи, век учись. Откуда бы я бы еще об этом узнал? Да ниоткуда. Значит, про Ивана Шишкина еще пару слов дорасскажу. Он ведь... У меня, кстати, есть... Я специально подготовил. Вот у меня есть отрывок из воспоминаний Репина «Далеко и близко». Я, кстати, настоятельно рекомендую вам почитать. Очень интересные воспоминания. Илья Ефимович был не только выдающийся художник без базара, да, но он еще очень неплохой оказался вот повествователем, именно как мемуарист. Он писал о том, что работал над картиной на самом большом своем холсте, я стал писать плоты, ну то есть как сплавляют лес. Это была нормальная история, потому что город потреблял огромное количество дров, и, ну и вообще строительный лес нужен был. По широкой Волге прямо на зрителя шла целая вереница плотов. Серенький денек. На огромных толстых бревнах, на железном противне горел небольшой костер, подогревая котелок. Недалеко от рулевых, заправлявших течением всей Лыковой флотилии, сидела группа бурлаков кто как. В эту неоконченную седмицу, нескончаемую седмицу, что такое седмица, вот, кстати, я не знаю, недель. От Нижнего до Саратова. Седмица, неделя от Нижнего до Саратова. Чего-чего не переберут на своем пути волжские аргонавты. Эта картина под впечатлением свежим живой Волги мне удалась. Она мне нравилась, но она составляет и сейчас больную язву моего сердца. Она причислена ко всему уничтоженному мной в негодный час какого-то нелепого искушения. То есть Репин ее уничтожил. А почему он ее уничтожил? А вот сейчас мы это выясним. Здесь церковь, построенная по проекту Фельтона. Одна вот из трех однокупольных церквей. Давай купол покажем. Давайте вспоминаем, где у него еще церковь. Ну-ка, давайте-ка протестируем, товарищи гида. Где еще две церкви Фельтона стоят?
Фельтона, две церкви. Святой Екатерины. Вот она, Святой Екатерины церковь. На Невском, армянская стоит. Ну, еще Анинкирхе на Кирочной. Это все Фельтон. И они все на самом деле вот примерно по такому же принципу построены. Наш любимый глаз в треугольнике, не имеющий никакого отношения к масонам, хочу заметить. Ну и, собственно, как перед Петрикирхе, правда, построенный по проекту как раз-таки Брилова. Здесь у нас мой тезка Павел, а там не мой тезка, но покровитель нашего города Петр с ключом. Погублена она была уже в Петербурге. И надо уж быть правдивым. К уничтожению этой картины меня подбил и Шишкин. Время тогда было тенденциозное. Во всем требовали идею. Без идеи картина ничего не стоила в глазах критиков и даже художников. Вот это идиотия на самом деле, да, что у тебя все произведения художественные должны подчиняться какой-то идее. Идеи, конечно же, служение народу прежде всего, да. Для чего мы сюда пришли? Потому что здесь тоже есть очень интересный знак, вот этот вот. Наводнение. И вот и такой же знак есть, например, на доме Раскольникова, и тоже на двух языках. Только там вообще две отдельных таблички, одна на русском, вторая на немецком. На самом деле он должен быть, конечно, повыше, вот примерно вот здесь. Потому что дом врос, культурный слой поднялся 7 ноября. И еще здесь есть одна мемориальная доска, раз уж мы здесь оказались, давайте до нее дойдем. Вот тоже удивительно, как с людьми общаться. Прекрасный актер Жонов, которого мы все знаем по ряду его великолепных ролей в советских фильмах, начал сниматься даже у Герасимова. Вот, видите, здесь просто обратите внимание на даты. С 32 по 38 год. 38 год очень важный. Он вообще Василий Островец. Он родился здесь, на Васильевском острове, да? Ехал в поезде, познакомился с американцем. Американец был заподозрен в шпионаже, Жонов был заподозрен в шпионаже. Его выслали. Это, кстати, тема еще относящаяся к Тане Савичевой, потому что было понятие лишенцев, да, за 101 километр. Вот он был лишенцем, но он отказался высылаться, был арестован. Отсидел первый срок до 43 года. Перед тем, как выйти, его начальник лагеря призывает к себе, вот тебе еще второй срок. И только уже после войны, в 50, не помню, в каком году, он откинулся. Потом был реабилитирован, да, получил массу ролей. Но представляете, столько лет молодой парень отдал тюрьме. Да? И вот когда ты об этом расскажешь, ну, его же, типа, все, в итоге-то он вышел на свободу. Ну да, спасибо, Кэп вышел на свободу. Давай тебя, блин, посадим на 8 лет, а потом скажем, ну тебя же выпустили. Ну, какие претензии к стране и ко всему остальному. Поэтому мог бы сыграть еще гораздо больше ролей в кинематографе, но вместо этого потратил свои дни на не самые приятные дела. Так вот, тенденциозное время, нужно было, чтобы все подчинялось идее. Картина без содержания изобличала предосудительную глупость и никчемность художника. Представляете, какие у них клинчи были со всякими бубновыми валетами, голубыми розами, да, ну, короче, с символистами, которые как раз боролись против этой идиотии, что все должно подчинено быть вот именно идее. Что на самом деле искусство, может быть, и ради искусства, да, ну, может быть, вообще там не фигуративным, допустим, да, это то, что потом пришло к нам вместе с авангардом. Я показал Шишкину эту картину, но что вы хотели этим сказать? А главное, ведь вы это писали не с этюда с натуры, сейчас видно. Нет, я так, как воображал. Вот то-то и есть, воображал, ведь вот эти бревна в воде. Должно быть ясно, какие бревна, еловые, сосновые, а то, что же какие-то стаиросовые, ха-ха. Впечатление есть, но это не серьезно. То есть для Шишкина было важно, понимаете, показать, что бревна не просто бревна, а сосновые или еще прочее. И вот он в своих картинах как раз очень на это постоянно делал акцент. Но на некоторых его пейзажах
который называли вообще парадный портрет русской природы. Мы можем видеть часто мотив одинаковый, одиноко стоящую сосну или где-то она вот выделяется. Вот искусствоведы считают, что это Шишкин изображал себя. Вот он в свои страдания по поводу вот этой своей несчастной судьбы семейной, которая его так не пощадила. Но зато он вошел в историю нашей прекрасной русской живописи. Вот дом, вот этот угловой. Если мы пройдем сюда, то здесь мы увидим мемориальную доску, что в этом доме Савичев написала блокадный дневник. Да? Осталась одна Таня. Ну, на самом деле, как выяснилось, осталась не одна Таня, осталась еще его сестра, ее сестра Нина старшая и ее старший брат Владимир. Я всегда задаю этот здесь вопрос экскурсантам, почему эта доска была повешена только в нулевые годы, хотя ее сестра Нина начала активно пытаться установить эту доску уже в 70-х годах. Ну, потому что старались как-то, во-первых, не педалировать все-таки так откровенно тему блокады в Советском Союзе. Даже Гранин, когда написал свою книгу, ее же купировали там больше, чем на треть, потому что, ну, не нужны были эти подробности. И я вот когда писал роман «Корень», я с этим столкнулся, что мне не хватает фактологии. Мне бабушка очень много не рассказывала, она жалела мою детскую психику. Ну и, в принципе, ты не мог опубликовать вот такой подробный дневник в Советском Союзе. Ты считал чуть ли не антисоветской книжкой. Вот поэтому здесь только уже после развала Советского Союза смогли установить эту мемориальную доску. У Тани Савичева еще на ту беду отец был коммерсом. Это была еврейская семья, которая здесь жила. Он еще до революции булки пек. Потом еще и во времена НЭПа продолжал это делать. У него была артель и даже свой кинотеатр. У него были дядья, которые ему в этом помогали. Значит, у нее был... У Тани была младшая. Значит, Лёка брат. Леонид и Володя, они работали на заводе, один строгальщиком, второй токарем, потому что они не могли получить высшего образования, поскольку они были детьми бывшего Непмана и так далее. Это вот и называлась семья лишенцев. Ну и сестры тоже, они одна в конструкторском бюро работала, вторая тоже на этом же заводе, Нина и... Ой, не помню, как еще одну сестру звали, по-моему, Вера, что ли. Ну, извините, если ошибся. Просто как раз вот эта одна из сестер, она жила не здесь, она жила на Маховой. Вот она первая как раз умерла от голода на руках у Нины. Потому что они продолжали еще издавать донорскую кровь, представляете, да, вот этот фанатизм людей советских. Михаил, он поехал летом 41-го года, у них было, значит, к родственникам в деревню под Псковом, и не вернулся, они решили, что он все, попал. А он не попал, он там был в партизанском отряде, его очень сильно контузило. Он вообще дожил до 1988 года, работал в фланцах почтальоном. Ну и вот когда сестра старшая умерла, она нашла вот эту записную книжку, которая была испещрена наполовину чертежами, а там были буковки. И вот она на этих буковках как раз писала, кто когда умер. Там на Б была бабушка, на Н была Нина. На Л был Лёка, на В был Володя. И, в общем, короче, когда все дядья умерли, умерли все, осталась одна Таня. И, соответственно, её... Ну, я уже рассказывал, да, мать отвезли, сама она ушла к племяннице своей тетки, и та, когда уходила на работу, она закрывала дверь и Таню выставляла на улицу, потому что сама работала в полторы смены. Летом 42-го года она сняла свою опеку с нее, ее эвакуировали, ну и там пытались спасти, у нее уже был туберкулез. Она вроде как уже встала на ноги, ходила с костылями, потом по стенке передвигалась, но под конец она уже ослепла, у нее были жуткие головные боли. И, в общем, когда Нина как раз приехала и нашла, Нину эвакуировали вместе с заводом, нашла эту книжку, через одного, значит, военного она была опубликована, и они потом вместе с братом пытались ее найти, но нашли только могилу. И вот мемориальная доска, как я сказал, она только в нулевые годы была установлена.
Уях. Не очень веселая история, точно так же, как история вот про это здание, да, Мозаичная академия художеств СССР, естественно, раньше здесь была Императорская академия. Это тоже делал Фролов, здесь его была мастерская, вот он из дома Бенуа ходил сюда, и здесь он уже подслеповатый, исхудавший от голода, колотил эту смальту для московского метрополитена. И недавно, несколько лет назад, буквально там 2 или 3 года, на станции метро Новокузнецка установили мемориальную доску Фролову, потому что там, если вы посмотрите наверх, висят мозаики, сделанные именно здесь, изображающие сцены рабочего подвига жителей Донбасса. Я об этом рассказывал, когда мы как раз и проходили от Смоленского поля к его мастерской на Большом проспекте. Интересным архитектурным акцентом в застройке второй линии Васильевского острова стал дом почетного гражданина купца В.Ф. Штрауса. Почетный гражданин – это как бы звание, потому что были купцы 3 гильдий, и вот был еще почетный гражданин. В 1873 году Шрётер составил проект, в общем, бла-бла-бла, это не столь важно. Что интересно здесь отметить, сейчас я пролистну, здесь несколько страничек. Давайте мы сдвинемся, чтобы вот... Да. На балконах архитектор впервые в Петербурге предпринял попытку использовать живопись с граффито, характерную для итальянской архитектуры. Для этого был подготовлен черный грунт из жирного известняка с большой примесью умбры, бурая краска. При высыхании грунт окрашивался известковым молоком, и на этом тонком свежем фоне процарапывался гвоздем рисунок. Не сохранился. Поэтому где-то вот получается... А, вот, наверное, вот в тех вставках. Вот меня, кстати, спрашивали, что вот это за черные вставки на эркерах? Вот, возможно, вот там и были вот эти вот попытки сделать это с граффито. Дальше. Для получения правильной перевязи вкладки Шрётер впервые в Петербурге использовал специально заказанный на заводе товарищества обработки строительных материалов уменьшенного размера 3/4 кирпич. То есть это 3/4 кирпич. И это обошлось на 1000 рублей дешевле кирпича обычного формата. При облицовке фасада, выходящего на вторую линию, заграничным кирпичом швы снаружи оставлялись пустыми, глубиной 2,5 сантиметра. Короче, в чем прикол? Вот здесь, сейчас этого не видно. Пойдем перейдем улицу. Потому что это ушло. Значит, он распорядился, когда они... А нет, чуть-чуть сохранилось, смотри. Да, реально видно. Видите, вот здесь вот такой профиль. Профиль кладки. Вот люди не обращают на это внимания, а на самом деле это имеет значение. Изначально здесь на 2,5 сантиметра они оставляли пустое пространство. Причем Шрётер понял, что рабочие не могут этого делать, поэтому вставляли специально такие деревянные рейки. Потом они вынимались, потом специальными, значит, такими желобки накладывался этот раствор, и специальными желобками это все выравнивалось. И когда это был дом новый, представляете, как это красиво смотрелось. А? Это же круть. Также для прочности делалось при сведении арок и перемычек. Кладка и швы отличались правильностью и тщательностью исполнения, что имело практическое и эстетическое значение. Подвальные стены устроили двойными с воздушными промежутками. Это было одно из первых зданий, оснащенных современными видами удобств. Да, кстати, тут, смотрите, раз, два, три, четыре, это уже на самом деле подвал. Хотя выглядит как... Но интересно, что здесь было 4 квартиры. Тут об этом написано где-то, да? Вон на втором. Па-па-па-па-па. Где же это, где же это? Не могу найти. В каждом из 4 этажей архитектор устроил по 2 квартиры. То есть на этаже было 2 квартиры. И они имели 2 входа для владельцев и прислуги. Главная парадная лестница вот эта вот освещалась через маленький дворик, получивший полный свет соседнего двора. Полы на лестничных площадках выслали цветными плитками из фарфоровой массы, выписанной из Зинзика на Рейне. Это мы сейчас увидим. Лестница второго входа имела прямой свет.
Лицевые квартиры состояли из 10 комнат. Вот это вот 10 комнат, да? Передней, кухни, ванной двух людских, двух кладовых, ватер-клозеты там еще располагались. Это уже выходило во двор. Ну и теперь, поскольку, естественно, морозы у нас всегда... Я просто не помню номер ее квартиры, вот в чем дело. Мы сейчас попробуем ломануться в первую попавшуюся. Она живет на втором этаже. Справа у нее вход. Это, соответственно, какой номер? Ну, давайте попробуем 5. Не факт, что это ее квартира. Ну, либо крайняя тогда 8, наверное. А вдруг не оно? Итак, мы играем в игру лотерея. Так, ну ладно, хрен с ним. Как это отбой сделать? А если 8? Мы пришли в гости. Давай, открывай. Вуаля, все-таки 8. Вот. Когда-то вот здесь, вот видите, вот эта плитка, вот она, под полом. Вот она как раз из этого Зейнска на Рейне. Обратите внимание, что, пожалуйста, изначально здесь должно было быть 2 квартиры, а теперь вот сколько? Товарищ Верь, ты купишь дверь. Морозова, ты не удивляйся, я в таком виде. Они везде. Сейчас скажу. Божечки, кошечки. Тут все изменилось. Уходи отсюда. Вот этот прекрасный эркер, посмотрите. Ну, иди сюда. Откуда просматривается очень хорошо улица, видна, соответственно, вот это вот. Но тут, конечно, GoPro ничего не видно. Церковь немецкая. А как это выключить? Все. Она убила его, а я убил ее. Ой, посмотрите, какая красота неземная, а? Это же наш Казанский собор. Здесь, кстати, еще видны, видите, сейчас на этих постаментах никого нет, ничего нет. А раньше тут были скульптуры. Они были сделаны из временного гипса, ну и разрушились. Тут у нас что мы имеем? Оранненбаум во всей красе. Ну и всякое якое. Пошли на кухню сходим. А как это закрывается? Вот так. Ой, как все изменилось, как все похорошело при Собянине. Смотрите, какая чудесная печь. Огнище. Ну, вот видите, вот это кус... На самом деле, а квартира вообще продолжалась вот туда, вдоль улицы. И у нее был второй вход, черный вход, который тоже не сохранился, потому что все эти квартиры были попилены. Ну ладно, пошли туда, в ту комнату, и там, соответственно, выключимся, попробуем, я достану систему, мы ее протестируем. Папье-маше. Все, Наденька, мы потерпим, мы... Господь терпел и нам велел. Так, ну что, прервемся на секундочку.
Так, ну-ка! Тихо. Да пофигу на квитанции. Она вот делает так, чтобы типа на заднем плане все было. Все было. Короче, рассказываю историю. Значит, пришел я как-то сюда, и, а здесь стоял шкаф, такой классический из ДСП, вот этот вот советский. Ну, спокойно. Да, да. И значит, чуть-чуть, вот смотри, чуть-чуть сюда, да, норм. И она такая, а можно вот этот шкаф вот туда, вот в ту нишу? Ну и чего? Я взял пилу, я пилил это ДСП и сделал там полки, она уверяет, что там эти полки целы до сих пор живы. Киньте, да? Ну, такое было. Вот, скажи, пожалуйста, значит, тут три комнаты, да, в этой квартире? Да. Да. Хотя из Шретеровской ну, и да, всей истории да. Здесь должно быть только две. Две. Единственные комнаты, которые остались во всем в этом доме, это вот эти крайние, вот это, вот здесь, в которой мы живем, она осталась без каких-либо изменений. Ага, а все остальное перепланировано? А все остальное перепланировано. Ну, вообще, да. Здесь в этой книжке написано, что здесь на этаже было по две квартиры всего лишь. Окей? Одна. Вообще одна даже? Одна квартира? На одном этаже была одна квартира. Ну, вуаля, друзья да. мои. А одна квартира, другой вопрос, что она включала в себя такую барскую часть. Mm-hmm. И это вся, которая ну, выходит... Ну, вот кольцевая, да. Да, mm-hmm. которая выходит на вторую. И вся квартира полностью занимала весь квартал. Начиная от второй линии и заканчивая, собственно, Соловьевским переулком или mm-hmm. сейчас улицей Репина. Да, да, да. Вот. Это полностью одна квартира, без каких-либо этих перегородок или каких-то mm-hmm. еще. Это был один большой длинный коридор. Другой вопрос, что на этой стороне жили и... баре, угу. назовем так, господа. А в той части там была и людская, угу. и те служанки, которые с утра вставали, готовили, там была... Васёк, ты специально, да, вот это нам все делаешь, да? Васюш, все, вылезай быстренько. Васюш, ну, пожалуйста, ну, иди сюда. Шуми. Мы тут просто записываем звук, Васёк. Ну, чуть-чуть можешь не пошуметь? Васюш, а мы тебя очень просим, пожалуйста. Масенька, ну пожалуйста. Ну буквально. Ну порой до нас, пожалуйста. 10 минут. 10 минут. Отморозься. Ты же у нас Морозов, вот отморозься. Да, Морозов. Да, вот отморозься на 10 минут, да? Понятно. Остань с нами. Ну, и да. Первая перепланировка была в 20-х годах, угу. когда это все стало коммунальной, и просто поставили плиты, еще что-то, и вообще кухня была вот сейчас, как вы входите вот в этот вот как предбанник, угу. Такой общий тамбур для 4 квартир, угу. которые сейчас. И надо сказать, что вот это была кухня. Угу. Вот это предбанник. Кухня. Вот этот предбанник была ага. кухня. А во все остальные комнаты уходили, там тоже вот такие коммуналки были. Ага. Вот. Из тех коммуналок моя бабушка с дедушкой сюда попали, вот именно в эту, ага. в эту часть. Еще парочку людей, которые приходили сюда и тоже разыскивали своих родственников, которые жили вот тогда, когда вот ага. эти были вот все ужасные там коммуналки. А вообще почетный гражданин Штраус ага. Ага. сдавал квартиру. 4 квартиры. Mm-hmm. Неплохо. Да. Хотя, на самом деле, на первом этаже нету вот этой комнаты. Как mm-hmm. вы понимаете, это вход. Yeah, вот под вход. Нами. Вот эта комната самая, ну, самая уникальная, потому что у меня нет соседей в этой комнате вообще. Нигде. Нигде. С одной стороны у меня другой дом, внизу у меня лестница. Mm-hmm. А рядышком, собственно говоря, моя комната, моя же квартира. Mm-hmm. Вот. Но сверху у тебя есть, получается. Сверху, ну да, только сверху, mm-hmm. да. Согласна. Ну, вот таких, чтобы вот так явно слышим их, мы чтобы так друг друга слышали, таких нету. Хотя, в общем, там соседи слышат очень здорово друг друга и хорошо. Итак, парадная часть – это комната. Mm-hmm. Дальше огромная бальная зала, mm. в прямом смысле слова. Которая зала. Вобрала в себя, я так понимаю, несколько комнат и кухню, наверное. Значит, кухню, ванну с туалетом, маленькую комнату и вот следующую нашу спальню, ну, где mm. посмотрите. Вот это все, вот все остальное пространство нашей комнаты, включая еще раз туалет, mm. кухню, ванну, маленькую комнату, большую. Асюш, ну пожалуйста. Можешь дальше играть, пожалуйста, там. В соседней комнате поиграть? Сходи в спальню, пожалуйста.
Это детская психология, естественно, что-то происходит, надо обязательно поприсутствовать. Конечно. Ну, играй, но только не очень громко, Васек. Давай. Вот, и я когда ремонтировала, вот делала ремонт, такой более-менее косметический, приличный, разбирая полы и лиственницы, там такие лиственницы, просто у меня те люди, которые делали полы, говорят, вот это... Они все разгребли, там, строительный мусор 20-х годов и там всего остального. Единственное, что я нашла, я их оставила. Вот если вы видите, вот там, вот я как бы сделала такой маленький гротик, и вот та лепнина, которая здесь была раньше, вот я ее оставила здесь. Да. Ну, это можно... запихни себе в карман. Можно тебе осветить? Ой, и мне в карман. Вот, собственно, те куски лепнины, которые мы нашли в полу. Я их оставила специально, тоже их замуровала точно так же. Вот этот кусочек маленький с такой лилией, в общем-то, есть какие-то варианты. И вот эти, и вот этот кусок. Возможно, что вот это было вокруг люстры или там еще как-то, но тем не менее, вот эти все вещи... Они родные. Они родные, они родные, и я никуда их не притулил, хотела оставить их такими, какими есть. Просто в карман пихни, и все. Да. Какими есть, поэтому, ну... Поэтому так и оставила. Ниши. Вот эти все вот такие есть, остались только в этой комнате. Потому что она изначально была вот такая, которая прожила моя бабушка блокаду. Она с этого дома сняла две фугаски. А, так как она была вторым браком. Ваша, пожалуйста. Очищает. На меня подай, вот мне точно надо очистить мозги, как минимум. Так вот, и она, у нее была бронь. Была бронь, и двое женщин с ребенком, которые практически умирали, блокада все-таки и так далее, и она отдала на себя и вот тетю Дусю, как мы ее все называли, я ее ни разу не видела. И бабушка умерла, мне было 3 года, не помню совсем. И они эту бронь, два человека, отдали этой женщине с ребенком, которая жила напротив. И поэтому только остались здесь. Жили они здесь, потом очень было страшно здесь, и после этих двух фугасов они перебрались на третью линию, потом еще на Академический переулок. Вообще тут она вот, ну, курировала. Но два дома и Бенуа на третьей линии, да, и наш. Где мы только что были. Да, Бенуа, наш, и еще несколько домов, которые она посчитала интересными, она практически их караулила. И когда достал вопрос, что... Васек, ты специально это делаешь? Васька тоже просто хочет принять участие. Ну, это понятно, я же говорю, детская психология. Да, и понимая... осознавая, какие дома рядышком, вот она практически их курировала и заходила наверх. И это мне рассказывал папа уже. И мы сюда перебрались, хотя она получила на 9-й линии. Да ладно, пусть уже, нормально. Вот. А, когда в 67-м году здесь делали ремонт, вот, все, они уже там остались, и там остались уже на очень долгое время. Понятно. Но изначально же здесь было 3 комнаты, да? Я не в смысле, 3 комнаты квартиры, я имею в виду твоя, да? Ты же, у тебя была 1 комната, 2-ю вы купили. Да. А третья? Ну, а третья, как это, знаете, как яблоко раздора, кто кого. Тебе не хватает нашего Сашечки. Он мастер по выселению таких людей. У него 6-й разряд. Ну, надо сказать, что тот, кто претендует на эту комнату, живет за стенкой, он все мечтает. Он просто владелец заводов пароходов, каких-то магазинов, еще там бог знает чего. Деньги есть, а не может... Не может. А ему она зачем, эта комната? Он чтобы хочет объединить 2 квартиры. Вот эту и его. А, вот то есть он хочет и вас выкупить? Да. Ну, а он не понимает, с кем он связался? Нет, пока нет. Я говорю, если бы моя бабушка тут... Я говорю, моя бабушка с этими фашистами справилась в этом доме, а я с какими-то... На ко заканчиваюсь фамилия, я же могу не справиться. Ну, да. Пошли, сходим в эту спальнику. Ну что, значит, еще раз. Мы когда разбирали вот эту вот лепнину, нашли, и на самом деле нашли части интерьера. К сожалению, нигде не указано, как делался интерьер. Так, давай мы сделаем вот так вот, я это возьму. Опс. Так, ну а вот, вот дедушка Staff. И бабушка, ну да. Ага. Да, вот дедушка и бабушка, которая сняла. Дед у тебя чем занимался?
Знал несколько языков, но ты понимаешь, когда переехал в Петербурге, ты оказываешься, наступает революция и все остальное, знаешь, тут главное быть там, где кормят. Это в Астории? Летний сад или это Петергоф? Петергоф, или? Да. Это Марли, что ли? Марли. Это Марли? Да, это Марли. Ничего себе, ну ладно. Экзамен на гида сдался. Сдал. Да. Молодец. Бюсты и прочее. Ну да. Ну понятно. Ну, Наденька у нас искусствовед дипломированный. Расскажи, где ты работала у нас? Слушай, да. Ну, во-первых, я охватила два самых... Так как я знаю несколько языков, поэтому охватила два музея. Два музея. Эрмитаж. Где можно применить иностранные языки. Эрмитаж и Пушкинский музей. И Петербург и Москва. А что у тебя за история была с Маяковским? А с музеем Маяковского? Решила спасти музей. На кухоньку. Пойдем. Вот, собственно, понимаешь, да? Вот это раз, два, дальше три и четыре окна. Да, это огромная, это большая одна. Вот это все большая зала. Большая да. зала. Включая, собственно говоря, туалет и ванну. И ванную, да. Ага. Это все советская, получается, перепланировка. Да. Ну, иди сюда. Совершенно верно. Да. Советская перепланировка. Да. На. Передаю эстафету. А, я просто хочу... Сами лучше против... Нет, мы здесь останемся, Надежда. Извини. Я как-то... Боже, это убивало весь кадр, конечно же, да, этот хлеб в пакете. Да, я тебе говорю. Сколько есть потолки? 3,90. 3,90. Вот как бы это я понимаю, Семен Семенович. То это не самые высокие потолки. Не самые высокие, потому что второй этаж это не самый. Самый высокий только... Ну, вообще нет, самый высокий считается второй, третий этаж. И у нас четырехэтажный дом. Вот, но все равно самый высокий на третьем. На третьем? Там даже выше, чем на втором? Странно, ведь это же бельэтаж. Ну ладно. Слушай, я просто сижу, ем, еще тогда работал в агентстве, и что-то скандал, интриги, расследования в телевизоре, я телевизор не смотрю, голос знакомый, Морозова там что-то вещает, музей Маяковского, тра-та-та. А потом ты переехала в Морской. Да, потому что так как я все пытаюсь спасти что-нибудь, и кого-нибудь, вот, Маяковского спасти от вранья, вот, всякого разного. Но в любом случае, то, что мы привели в порядок фонды, и их перевезли, и сделали с ними, я просто перекрестила, сказала, Боже, слава Богу, что была я. Вот, они не могут до сих пор открыться, или что-то еще у них там, то финансирования не хватает, то еще что-нибудь. Но в любом случае, если бы еще немножко я бы там была, я бы все-таки Генриков-то отвоевала. А это настоящий музей современного искусства вот начала века. Потрясающая, удивительная история, конечно, музей Маяковского, который открывала вроде как Лиля Брик и все друзья. Потом эту эстафету переняла семья, потом любители, потом большие любители заработать денег, но не любители Маяковского. Потом те, кто хотят всякие разные мистические все истории. Ну, в общем, он живой. Вот Маяковский Хорошо. Живой абсолютно в этом музее, как и весь музей. Ты переехала в наш Морской. Да, переехала я в наш Морской, потому что Морской открывали дорогу жизни. Я все-таки поняла, что работая в музее, чего же не могу посвятить свою работу своей бабушке, которая, собственно говоря, этот дом отвоевала. Угу. Вот, и прожила здесь всю блокаду, и много чего успела заложить у нас во всех, в ее детей, внуков. Вот, и Военно-Морской музей открывал филиал на Ладоге. На дороге жизни. Угу. Я решила, что вот это судьба, перебраться в Петербург. Угу. Вот, ну, обратно из Москвы. Да, из Москвы. И посвятить свою работу музейную бабушке. И на самом деле такое посвящение было на самом деле последней моей работы в музее, потому что из Военно-Морского музея я ушла в декрет. Она пыталась меня схантить туда на какую-то там эту должность. Я сказала, можно все-таки не с 9 до 5? Павлик, у нас военно-морской музей. Военно-морской музей. Да. Ты говоришь, что там раньше еще построения даже были когда-то. Да. Ну, понятно. Так, а получается, сейчас в твоей комнате никто и не живет? Или живет это? В маленькой? Да. Нет. Кто со мной может жить? Только мой муж. Только мой муж и сын. Это два человека, которые могут со мной жить. Все остальные нет. Паша, ну, это даже смешно.
Да, я в курсе, я помню. Даже если бы они очень хотели, они бы не смогли, просто в принципе. Ну, понятно. Хорошо, Надежда Морозова. Ну что ж, пожелаем тебе всяческих успехов с Эйфманом и со всеми остальными делами. Ну, сейчас прервемся, чтобы закончить этот феерический выпуск. Ну что, друзья мои, в конце этого нашего замечательного фееричного выпуска напоминаю, во-первых, что есть книжки, как продажи в интернетах всевозможных. Вот эта книга про первое время русско-японской войны, крайне актуальная сейчас, показывающая всю технологию пиара, только в данном случае речь идет про то, как Япония промыла мозги всему миру. Остросоциальный роман «Корень». Тоже не менее актуальный, хотя писался с 98 по 2008 год. И путеводитель «Невский с персом», где вы найдете, в общем-то, и про нашего прекрасного Леонтия Бенуа, потому что, например, ну где-то, в общем, здесь оно присутствует неоднократно. Вот он, наш любимый, хороший Леонтий Бенуа, собственной персоной. Если вы покупаете в конце экскурсии, я их подписываю. Экскурсии идут четверг, пятница, суббота, воскресенье. Четверг, пятница вечером, суббота, воскресенье днем. Расписание есть на сайте. Ссылка на сайт есть вот там же. Там и все социальные сети, как разрешенные, так и запрещенные. Оставляйте комментарии. Увидимся с вами. Пока.